В осеннем лесу встречаются разные грибы, очень большое многообразие. И вот сейчас хочу показать говорушку серо-дымчатую. Вот такой вот грибочек. Как выглядит. Интересно. С неровной такой шляпкой. Вот. Но меня в этом грибе всегда поражает его размер. А размер вот какой. О, это с моей рукой. Если. Вот. Но если посмотреть, то пластинки не сбегают по ножке. Пластинки очень частые. Ножка вот такая вот. Ну, действительно, вот говорушка. Только что вот с таким серо-дымчатого цвета. Считается условно съедобным. Вот, после отваривания можно жарить на жаркое или суп варить. Вот, ну и сушить можно. Хотя некоторые говорят, что можно и не отваривать. Ну, не знаю, я такой сторонник. Вот именно с говорушками лучше. Нет. И у него очень такой запах, как мне кажется, парфюмерный. Ну, это мое такое субъективное мнение. Вот. Вот такой гриб. О, какие они. Просто даже не могу в объектив взять. Вот. Вот. В каком лесу? Лес. Вот такой ельник, но вот с крупными большими березами. Я так понял, уже все, березы скоро упадут, останутся елки. Вот, многообразие грибов сейчас большое после дождей. Вот, вот в таком лесу. Вот говорушка серо-дымчатая. Вот она как лежит. Вверх ногой. Вот. Гриб гигантский, конечно. Если такую семью найдешь, все можно, корзинка будет полная сразу. Вот, все, спасибо.